Good morning, world. Good morning, Black. На что ты смотришь, сосенка? Думаешь, я сосенка? Что ты у меня просто уже, ребят, вообще посмотрите. Чуй, чуй. Я здесь, девочки. Лицо просто мразь. Я уже на расстоянии вот такой вот вытянутой руки с вами разговариваю. На меня еще природа ссыт благодать. Не отнимайте у женщин сигарету. Они любят курить вдвоем и смотреть сквозь облачко голубоватого дыма. Как вы к этому относитесь? А вот загадка вам. Найдите на этом видео пидора. Нет, не пидора, пидораса. Нашли? Вот же он. Как думаете, а вот там вот Роскосмос или НАСА уже пишут обо мне целые научные статьи на тему того, как на ебале может вырасти вторая голова? Его вообще видно из космоса? Обычно после пьянок я выгляжу очень свежо. Я даже к зеркалу подхожу и думаю, боже, ты что, яблок молодильных поел, говносос? Но сегодня что-то пошло не так. О, у меня такое ощущение уже который день, что в моей жизни просто она вся выдуманная. Ну, в том плане, что у меня никогда не было косметологов, ресторанов, новых сумочек, новой косметики. Я вообще даже не помню, что такое вообще держать в руках покупочку. Ребят, тихо, вы сейчас все замолчали. Быстро. Сейчас. Вы слышите это? Как будто кто-то ссыт, да? Может, это я? Издалека... Долго течет река Волга. Течет река Волга. Конца и края нет. Сказала мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Ну что, пробуем очки-киски? Я обычно по ним замечаю, разжирел у меня ебальник или нет. Потому что если нет, то я сразу киска. А если нет, а если да, пожалуй, не надо. Не плачь, я не могу опять. Что случилось? Я больше не киска. Ну ты не можешь быть киской, потому что у тебя нет киски. Ну ты все врешь. Какой-то ветер перемен. Киски нету, я узнаю об этом только сейчас, блядь, сорока срет. Мальчики и девочки, у меня такой вопросик к вам. Мне написать пост о том, чем я здесь крашу ебало, или это too much, типа, никому not interesting? Ответьте мне. Жили-были король с королевой. Однажды у них родилась прелестная доченька, белая, как снег, румяная, как вишенка, с прекрасными черными волосами. И была за свою белизну названа Белоснежка. Девочка подошла и увидела поляну. Тем временем наступила ночь. Белоснежке стало еще страшнее, и она зарыдала еще горше. А потом, обессилев, прилегла на траву и уснула. На утро, когда встало солнце, она заметила просвет между деревьями. Можно было бы снять некий кавер на эту ебучую бомжиху, как девочку со спичками, но малыш... Я не какая-то лошица, у меня есть зажигалка, ёб твою мать, 21 век на дворе, что ты ху...